Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас, так что обязательно запишитесь ко мне на экскурсию и подпишитесь на мой канал. Все ссылочки в описании к этому ролику. Сегодня у нас 26 июня. Нахожусь я в центре Сочи, на пляже «Маяк». Время уже вечер, 8 часов. Но народу по-прежнему много, люди купаются, ходят на сапах. Здесь вода гораздо спокойнее, чем в Адлере, и намного прозрачнее. Отличная погода, набегают облака. Ночью нам показывают вероятность дождей. Ну а дальше днем уже снова будет солнечно и отличная погода. Город начинает свою вечернюю жизнь. Народу все больше становится на набережной. Все гуляют и отдыхают. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно запишитесь ко мне на экскурсию. Подпишитесь на мой канал и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!